Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры «Говорящий Том. Бег за сладостями». А сегодня у меня по плану открыть вот этот легендарный сундук. Ну, для него нужно заработать совсем немного еще монеток. В принципе, можно купить, точнее, бриллиантов. Купить сундуков и заработать, но я сделаю все по-другому чуть-чуть. А для начала открою вот этот бесплатный. И анжелы, монетки. И вот они уже 10 бриллиантиков, да? А у нас есть еще куча всяких возможностей. От того, что мы будем проходить уровни, до, как бы, там, всяких наград, где эти бриллиантики заработать. Или алмазики. А, и сегодня у нас откроется новый раздел. Вот он. Какой-то там... мир американских горок. А на до него мы еще успеем дойти. Давайте пока побегаем. Так, я переиграл этот уровень, потому что здесь как бы тяжело пройти на 3 звезды тем же самым Томом, потому что у него способности нет. Без способности он, в общем, ничего здесь сделать не смог у меня. Поэтому я вот взял Анжелу, у которой там бустеры разные попадаются, раз там несколько секунд, у которой энергии побольше, можно не так переживать. В общем, надеюсь, я не зря это сделал. И Анжела сейчас покажет класс. Так, вот она энергия, хорошо. Еще энергия. Главное не пропустить магнитик. Вот, здорово. Так, дракончик, там эти перила все поубирал. Ой-ой-ой, что ж я сделал? Взял и так чуть... сам себя не подставил. Ну, пожалуйста, еще немного. Ай, ай, все-таки 3 звезды. Вот что значит Анжела. Там кое-где двойные яблоки сделали, кое-где что-то еще. И много ошибался, но тем не менее, ну, уровень прошел на 3 звезды. Опробовал вот Томом, Беном, ничего у меня не получалось. Так, а что это? А, еще два этих подарка из сундука. Так, 7 бриллиантиков. Мне еще 11 бриллиантиков заработать. И можно будет открывать этот эпический сундук. А, но впереди нас ждет следующий уровень. Пока буду бегать Анжелой. Мне пока нравится. Не хочется слишком сложностей. В прошлый раз я Беном бегал со сложностями. Сейчас хочется просто пробежаться. Так. Все собрать, что нужно. Как бы не испытывать каких-то... очень больших сложностей, как я сказал уже. Хотя вот не все так просто было уже с самого начала, да? Тут дракончик хорошо помогает, если даже... Ай! А вот он и не помог. Видите, как бывает. Так все хорошо было. На тебя взял и не туда прыгнул. А, так, ну пока я там бегал, смотрите, я заработал уровень 7. Награду дали сундук, 550 алмазиков, ну или бриллиантиков и кучу золота. Класс. Так. Давайте откроем этот сундук. Новых... О, Бен. Подождите. А, у меня был Бен этот умник, а это обычный, да? Вот Хэнка 10 наклеек и куча золота. И бриллиантики. Так, и давайте я куплю сейчас... Нет, пока я сюда не буду бежать. А давайте я куплю вот этот сундук, который обещал, легендарный. Вдруг в нем что-то очень классное. Та-дам, пожелайте мне удачи. 26 наклеек Бена, хорошо. 12 наклеек дракончика. 11 наклеек сердечек. Хэнк. О, Джинджера наклейки давно не было. И куча монет, и опять же бриллиантов. Ну так, не сказать, что прям слишком круто, но нормально. А, так, посмотрим, что у нас Бен вообще делает. Получается, он тоже что, возвращает 35% энергии раз за раунд. Так, стоп, у нас такой был персонаж, кто ж у нас был? Умник, умник.
Нет, это не то. А кто-то у нас такой уже был. Джинджер. А, так, у Джинджера все хорошо, кроме того, что у него мало энергии, да? Наверное, я возьму на этот уровень... О, уже 4 энергии. Класс. Мне там не хватает магнитика. Я попробую пробежать этот уровень магнитиком. Ну, Джинджером. А, соответственно, возьму ему помощники сердечко, потому что энергии ему не хватает. Итак, пробую пройти этот уровень Джинджером. Я в тебя верю, давай. Будь умничкой. Я думаю, ты любишь клубничку, я тоже. Мне нужно именно 200 клубничек, а не больше, не меньше. Чужого не нужно, но и хотелось бы свое забрать. Так. Опа. Пока вроде бы все хорошо. Оп, пролетел, хорошо. Ай, зачем же я там прыгнул? Пару клубничек пропустил. Эти клубничек вообще на вес золота. Потому что вот в конце не хватает именно вот несколько всего лишь клубничек. О, вот 3 звезды, смотрите. Видели уже? Самое-самое последнее вот это вот яблочко, наверное. Не удивлюсь, если у меня там 303 клубнички. И все. Но прошел, и здорово. Еще парочка наклеек, анжелы, монетки и бриллианты. Все, можно идти теперь дальше. Я на этом уровне немного подзастрял. Так, ну вот теперь у нас 45-й, последний перед американскими горками. Так, такие нужно печеньки собрать, целых 55 штук. Да еще и сундук крутой, видите, какой тоже будет у нас. Мне по ежедневному заданию нужны такие зелененькие. Но здесь у нас розовые. Куча энергии, это радует. Вот так, хотел сегодня больше Томом побегать. Но оказалось, что все-таки Джинджером играю. После этого уровня нужно будет поменять. Опять, наверное, на Тома, если получится. Так, ух ты. Ой-ой-ой. Так, ух ты, какие... Что, все? Не добежал. Странно. И магнитик же был, и все. Так, а вы знаете, я вот попробовал этот уровень пройти. У меня такое ощущение, что здесь нельзя пропустить вообще ни одного большого вот этого печенька. То есть я собирал все, кроме там последних буквально двух. И вот получается, что 2 звезды. Получается, что вообще права на ошибку у нас здесь нет. Сейчас я эту теорию проверю еще раз, потому что мало ли, может, мне так показалось. Нет, вот видите, а получается, магнитик мне помог. Вот здесь, как же... О, вот, я все взял. Видите, на последнем печеньке, на последнем, заработалась 3-я звезда. То есть, если бы я хоть одну пропустил, 3 звезд бы не было. Вот так, круто. И открываем вот этот еще один крутой сундук. Всего лишь осталось 5 наклеек, чтобы Тома улучшить. Отлично. Дракончика, единорожка можно улучшить. Хорошо. Еще кучу бриллиантиков. Так, ну что ж, давайте считать 1, 2 клубнички, 3, 4, 5, 6, 7, да? О, вот двойная выпалась. Так, опа. Пока все вроде бы без пропусков особо, да? Или мне так кажется? Опа, хорошо. О, двойные получается, смотрите. И все, это 3 звезды. Отлично. Вот так все получилось. Еще и 2,5 жизни осталось. Хорошо. И зеленый сундучок. 2 наклейки. Ну, конечно, зеленых мало выпадает всего интересного.
Что сделаешь? Крутые сегодня уже были. И самый крутой легендарный, тот, который чуть поменьше рангом. Так, ну, пробую этот еще. А ежедневное задание я сегодня так и не могу выполнить. Как-то не попадается на то, что нужно. А 47 уровень. Какие красивые конфетки у нас. Только их, конечно, очень много. Получается, видите, на этих американских горках вот эти вот постоянно падают эти вот, как их там назвать, блоки или плиты. Пока сложного здесь ничего, если честно, нет. По-любому дальше будет. Последние уровни были очень сложные. Здесь как-то пока тихо. Совсем тихо. Какой-то подвох в этом есть, честно. Хотя нет, смотрите, все прошел. Куча энергии, все звезды. Я думал еще бежать и бежать, оказывается, вот раз и быстро так пробежал. Еще один сундучок. Все как обычно. Если все так уровни легко проходили с первого раза. Так, сколько их здесь всего? Ого. И опять клубника. Только на этот раз больше намного, там чуть ли не два раза уже. 330 на 3 звезды. Ладно, будем надеяться, что... А, Хэнк молодец. Ой, что это? Тортик какой-то. Какой красивый, как какая-то летающая. Ой-ой-ой. Так, ого, я забыл про стрелки. Ай-яй-яй, ускорение. Да что ж такое? Я все пропускаю. Да, это было просто как-то нехорошо. Все, что можно, пропускал, все, что можно, позбивал. Ладно, пробую еще раз. Вот предыдущий уровень, как я говорил, очень легкий был. Вот, а что ж так я много пропускаю, слушайте. Опа. Хрум-хрум, пока все хорошо. О, вот большой стал. Хорошо. Тоже в прошлый раз я это все дело пропустил. А, я опять большим мог стать. Ого. О, смотрите, 3 звезды. Ну вот со второго раза все-таки получилось. Конечно, тоже там в конце налил кучу всего лишнего. Но зато прошел. Так, 3 сердечка, монетки, бриллиантики. Сколько я уже сегодня уровня прошел, так они в конце быстро начали проходиться. А 6 уровня прошел, ну, не знаю, давайте попробую еще. Здесь нам нужны тортики вот эти вот. Опять куча клубник. Ой-ой-ой, опять земля под нами падает. О, интересно так все. Ой, блин, что я там пропустил? А, ускорение. Ого. Что-то такое ощущение, что я уже много лишнего там пропустил. Ой, двойные тортики. А, и там тоже двойные были. Да, в общем, что-то я опять много здесь глупого сделал. О. Я большой, хорошо. Не, не хватило. Опять придется второго раза проходить. Ну, ничего, зато я выучил уровень, теперь со второго раза пройду лучше. Так, тортики, так, тортики. Ням-ням. Хорошие, большие, вкусные, красивые. Добавка будет.
Так, вот ускорение. Получается, когда я ускоряюсь, то я даже провалиться не могу, да? То есть... Ой, я врезался. Энергии здесь мало у нас, поэтому лучше не этот, не врезаться лишний раз. Так. Ну, почему я не стал большой? А, вот стал большой, отлично. Так, и что здесь? И... Все, 3 звезды, смотрите, отлично, 3 звезды. А в самом конце последний тортик взял, было бы 2. Одна, получается, на 37 там или 36 было. А, ну, неважно. Еще 5 наклеечек, монетки и бриллиантики. Так, ну, я даже не знаю, сколько там у нас уже, 7 уровней пройдено. А, наверное, буду на сегодня с вами прощаться, друзья. Смотрите, подождите, я выполнил все-таки это с ускорением, да? Задание, главное, получил бы алмазики, а монетки мне особо так и не нужны. А, ну что ж, с вами прощаюсь на сегодня, надеюсь, вам понравилось. А если это так, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.